Утро в саду. Ветерок слабый, колышет вон паруса. Видите, какие паруса? Какой банан стоит величественно. Вот моя рука, вот его размеры. Тихо, бульдожки спят, а я иду включать клубнику поливать. Ну попробую их позвать. Есть у меня вызывалка, вот одна мощная, другая слабая. Бегут. А, бегут. Здорово! Мирка, обелечивай Марсика. Ну, что? Пошли со мной. Разбудил. А здесь верба, смотрите, засохла и пустила новые листики. Засуха такая. Стоит уже месяц. Сейчас придут ребята поливать. Я с работы вызываю. Но они как шабашка приходят и ведрами поливают маленькие все деревца. Ну, такие вот кипарисики. И остальные. Конечно, большие деревья не поливают. Обязательно. Вот мой объект. Это клубника. А вот эти участки, видите, они законсервированы. Сейчас я открою. О, пошел полив. Можно даже убавить. Вот так. Вполне достаточно. Просто здесь я не намерен ничего сажать. А бурьян растет, поэтому мы что, закрыли пленкой агротканью и засыпали золу землей. Потому что когда землей присыпали, в земле растения все равно пробиваются, растут. Ну, если уж ухаживать кто-то будет за садом, мы снимем эту пленку. И все. И зола останется как удобрение. Здесь пока еще вот огурчики растут. Вот какие аппетитные огурчики, смотрите. Видите? Я такие люблю огурчики, спелые. А кто-то предпочитает зелененькие. Вот он. Кто-то вот такие любит. А я люблю спелые. Вот этот ряд тоже сделали, этот вот начали. Марсик, а ты спал, уже по периметру пора ходить. А
так и дрыхнул. Если бы я вас не разбудил бы, так бы и дрыхли. Везде раскиданы шланги поливные. Вот такие маленькие вот деревья. Вот такие персики, надо, чтобы они выживали. Груша, конечно, она уже самостоятельная. Вот спелая груша, видите, уже поспела. И там еще есть дальний участок. На нем тоже включу полив. Тихо, как в саду, хорошо. Теперь я, когда приобрел второй аккумулятор для газонокосилки, стало намного лучше в саду. Вот эти придется вручную поливать ведрами кустарнички, чтоб не загнулись. А вот у меня и вторая поливалка открывается. О, а здесь даже три включилось. Надо сюда закрутить поливалку, чтобы она вот этот треугольничек поливала. Надо сначала закрыть. Вот. Вот закрыл. Крутопугатели молчат, выключены. Ну и раковых норок как бы не видать. Вот что-то есть. Вот какая-то норка. Уйди, помощница. Уйди, сказал. Не мешай. Видишь, я работаю. Надо найти, где вход. Главное, он прокопал. А входа я не вижу. Хитрый крот пробил. Это те, которые остались здесь, внутри. Вот тоже. Это, по-моему, старое. Когда идет полив, они, кроты, лезут на тот самый, на свежую землю, на мягкую, тогда появляется. Ну так практически их уже почти нет. Раньше это все было в кротовьих этих отметинах. Сейчас вот иду, смотрю. Проходят. И вот здесь раньше они пробивались с другого мира.
вот оттуда. Сейчас тоже нет. Отсутствует. И вот тут пробивались они через виноградник. Портили виноград. Сейчас тоже отсутствует. Неужели победил кротов? Тихо как в саду. Птичка чик-чик. Где-то там сидит. Мирка есть, орехи, фундук. Там Асик хрюкает, ищет, ждет, когда я ему в рот положу. Ну, посмотрим, как же наш инжирчик там. Сейчас у него фаза созревания длинная. Он стоит и стоит, видите, в одной паре. Во-первых, солнца недостаточно здесь, теплицы, и он бы уже давно созрел. Вот такая конструкция. Я поначалу сделал вот такое вот белое молоко, ну, чтобы не перегревалась теплица. А когда посадили капусту, она выросла 2 метра, тянулась кверху от недостатка ультрафиолета. Я через одну сделаю, видите? Одну прозрачную, другую непрозрачную. Ну что, земляне? Здравствуйте, я Александр Док. Вот видите, дышу животом. Раз, 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 раз. Надо подсыпать сюда. Ой, уже тут... Одна труха осталась. Ну, они и труху едят. Нравится ему все. Особенно Мирка, она все подметает. Масик, он так скромненько. Ну что, земляне, вот я и прошел небольшой круг. Посада. Рыбки спят. Вода посветлела. Видите? Видно стало ступеньки. Пора заканчивать ролик. Марсик поздоровался с черепашкой, поприветствовал ее. А меня приветствуют петухи. Ну а что? А я приветствую землян. Я всегда приветствую солнышко. Я говорю, здравствуй, солнышко. Здравствуй, Вселенная! Здравствуй, наша Земля! И говорю, здравствуйте, земляне! Я Александр Док.